Казанский федеральный университет обращает внимание не только на качество образования, но и на уровень студенческой жизни. Ежегодно университет проводит различные конкурсы и проекты, устраивает концерты, интеллектуальные и спортивные игры. И вся эта деятельность направлена на развитие и поощрение талантов студентов. Для более тонких натур в Казанском федеральном университете существует свой конкурс красоты. Этот уникальный проект будет проводиться в стенах университета уже во второй раз. Какая девушка не хочет себя почувствовать принцессой? Это такой распространенный конкурс. Он проходит среди студенчества и на России, он проходит и просто среди красивых девушек России. Мы решили поддержать эту волну и сделать тоже у нас такой конкурс. Конкурс красоты «Мисс КФУ» традиционно проводит Департамент по молодежной политике и студенческий клуб университета. В проекте смогут принять участие обучающиеся всех институтов, но всем желающим девушкам нужно поторопиться, ведь заявки принимают до 12 февраля. Олег Кашин, Ленардо Влетьяров, Универньюз.